Доброго времени суток. Это канал Полезной Самоделки. Мы занимаемся... я бы, конечно, не рекомендовал по этому видео делать себе машину. Лучше делать машину, конечно, в автосервисе в каком-нибудь. Вот. Но на данном этапе, короче, нет ни опыта у меня. Так вот, посмотрел в Ютубе видосики и... собираю машину. Ну, скорее всего, собираю, чтобы она доехала до металлоприемки там или типа того. Но она не работала. Не работала. Меняли карбюраторы, думали в карбюраторах дело, но не в карбюраторах. И подсос воздуха. Все смазали герметиком, два раза перелаживали. Все равно какой-то подсос воздуха. И поэтому сняли головку в очередной раз и сняли клапана. Вот. Хотя они не текли, но масло съемных колпачков вот этих все были поломаны. Все полностью. То есть не было ни одного. Поэтому пока я еще не знаю, в чем причина, почему не работает автомобиль. Но, возможно, это было причиной. И поэтому сейчас вот, так сказать, в домашних условиях, можно сказать, даже в полевых, потому что в некоторых мастерских побольше будет инструментов, чем у меня. Поэтому специального оборудования, чтобы рассухаривать и засухаривать клапана, у меня не было. И я вот сделал вот такую вот самодельную, так сказать, приспособу. То есть мы вот так вот вставляем, сюда прикручиваем гайку, нажимаем и засухариваем, и рассухариваем. Вот просто это такая вот железяка. Внутри вырезал болгаркой, потом вырезал вот так вот, молотком выбил. Здесь подровнял зубилом, потом напильничком. В общем, где-то примерно час работы ушел на вот такую вот, так сказать, приспособу. Сейчас я запрессую все это дело и будем пробовать потом. Поставлю, установили головку, то есть я клапана запрессовал. Вот также я не показал, там, в общем, пришлось ее выгнуть немного, то есть она не ровная должна быть, а именно выгнутая, потому что кое-где вот этим вот этой части упирается, то есть нельзя надавить, там шпильки мешались. Сейчас уже установили, уже на ней ездили. То есть еще вот одна как раз для людей, у которых будет, может быть, поломка такая вот на именно это Волга 402 двигатель, ну или Газель. Вот, то есть был подсос воздуха через клапана. Вот, именно так. По-другому никак, потому что машина не работала, прикрываешь карбюратор, она заводится, начинает работать, убираешь руку, она не работает. Все. Ну, то есть такая фишка. Именно был подсос воздуха, и именно через клапана. Сейчас поставили все эти колпачки новые, и подсоса воздуха нет, и она заводится. То есть сейчас, это просто я уже ездил на ней, все нормально. Без подсоса, без подсоса все работает, двигатель на холостом ходу. Что-то там где-то трещит. Вот. Так что всем, у кого... ремонтирую в домашних условиях и некогда там или негде взять именно приспособление для рассухаривания клапанов, вот так вот можно сделать вот такое вот примитивное приспособление и с помощью него починить автомобиль. Всем пока, это канал Полезные Самоделки. Подписывайтесь.